дизайн современных кейтбордов для фристайла меняется. В тренде VX-стайл, а значит, нужны более широкие доски, на которых будет комфортно приземляться на ходах и с низким кайтом. Возможность установки жестких креплений стала обязательной. Большая ширина доски не только позволяет стабильно приземляться, но и обеспечивает ее раннее глиссирование и помогает более тяжелой доске с жесткими креплениями идти против ветра. Современные доски для фристайла увеличенной ширины хорошо подходят для тяжелых райдеров, использующих традиционные петли. Но при сложных условиях катания на таких досках могут быть особенности. Меньшая, чем у классических кайтбордов, длина опорного ребра в условиях порывистого ветра затрудняет хождение против ветра. Доски с традиционными пропорциями являются более универсальными и меньше зависят от условий, в которых придется делать фристайл. Новая доска от Liquid Force Influence – одна из таких универсальных всепогодных моделей. В ней сочетаются не только модные тенденции, но и обкатанные временем эффективный шейп. Размер этой доски 142 на 43 см. Она имеет необходимую для легкого старта ширину, и закладные, которые идут по средней линии доски, предусматривают установку жестких креплений. Ширина стойки между внутренними закладными начинается от 45 см, 49 и 52, что является достаточно широко и подойдет для самых прогрессивных райдеров, катающихся в широкой стойке. Традиционные петли установлены на поворотные платформы. Чтобы регулировать размер петель, используется специальный механизм, который, вращаясь, затягивает и уменьшает размер петли, плавно подгоняя крепление под ваши ноги. Правильно подобранная по размеру, эта доска будет гарантировать вам комфортное отталкивание при прыжках. Вам не придется напрягаться, пытаясь продавить эту доску, потому что выраженная внешняя линия и сужение к концам, которые более эластичны, позволит вам четко отталкиваться на ходах. Помните, что не стоит увлекаться очень широкой стойкой. В противном случае, когда уже просто не хватает растяжки, будет сложно резко толкаться и задавать вращение. Доска имеет плавный рокер, что в сочетании с эластичными гипсами смягчает приземление. Подобная форма будет гарантировать вам четкий отъезд после трюка. Для стабильности на приземлении под днищу доски идут продольные риданы. Плавники стандартной формы 5 см. Liquid Force Influence стабильно идет против ветра. Отлично справляется с ветровой волной и порывами ветра. Хорошо управляется и позволяет максимально использовать даже легкий ветер для разгона и прыжков. Пример сочетания современных технологий и классического шейпа кайтбордов. Хорошо приспособлена для фристайла и фрирайда в пограничных и сложных неустойчивых ветровых условиях.